Проведем опыт взрыва пары бензина с кислородом. Включая газометр, мы создаем давление в нем, и кислород по трубке поступает в пробирку с бензином, где происходит смешивание газов. Далее по трубке смесь газов поступает в бутылку. Смесь тяжелее воздуха, поэтому бутылка направлена горлышком вверх. После минутного ожидания мы отключаем газометр. Пробирку с бензином мы также убираем со стола. Далее поджигаем смесь. Внимание! Взрыв и состояние бутылки явно показывают опасность этой смеси. Для того, чтобы еще раз убедиться в этом, мы провели этот опыт повторно.